Всем привет! С вами Сильверсвард, как обычно. Наконец-то вернулся. Вроде, пока. Вот. Ну и... Начинаем мы игру. Игру очень тихо слышно, я это слышу. Если надо прибавить громкость. Так, сейчас, секунду. Сейчас. Сейчас я играю с винды. Мне надо звук открутить. Так. Опять зависло. Странный баг. Пытался от него уйти. Нигде не получалось. У меня нету ведь Xbox, у меня ПК. Пека. Сейчас будем играть опять в пеке. Так, с громкостью получше, я думаю. Вроде бы. Опять же, если меня плохо слышно, пишите в чатике. Вот. Давайте начнем. Надеюсь, лагать не будет. Вроде не лагает. Ой. Я же ничего не нажимал. Блин, у меня джойстик отлетел. Да, народ, а что значит? Блин, сколько включилось. Зараза. Ненавижу за это. Ненавижу ПК за это. Игра отлетела. Опять отлетела. Ох, ненавижу. Отлетел джойстик, отлетело все. Вроде джойстик держит. Главное не трогать, не дергать. Что за перерыв? Ну пока перерыв. Сейчас. Потому что у меня тут один шелл сплошный загружен. Сейчас. Я не могу. Ненавижу БК за эти. Ладно. Сейчас вроде должно все работать. Блин, она не фуллскрине работает, ну что за... Картинка зависла, да? Блин. Че я знаю? Ну, был бы у меня Xbox. Было бы легче. Привет, Васит. Васит, ты же стримишь, нет? Ты сейчас приордер играешь. Угу. Сейчас это окошко уберем. Да, рамки видны. Сейчас. Full screen поставлю. Так. Так после full screen мне придется опять перезапустить игру. Да, настолько бога. Она портирована. Видите, ну вот опять сместилась. Я не знаю. Что этим делать? Ну и виснет она, соответственно.
Боль. Сплошная главная боль. Я уже который раз перезапускаю игру. Все время не могу начать нормальный стрим. Все время какие-то глюки. А, ты проверял? Ты же хотел, Васин. Игра-то ничего. По крайней мере, это... Или ты вообще не играл? Привет, это Ордер. С чем проблемы? Фуллскрин. Почему-то при переходе фуллскрина игра висит наглухо. Ничего не могу сделать. Вот, а если свернуть ее, то устанавливается оконный режим. Ну и, короче... Понимаешь? Ну и все. Вот, а у меня джойстик отлетел случайно. Ну и... Получилось. Такое дело. Вроде есть просадки, да? А, ты вообще не играл. Оп. Сейчас сумку выключу. Чтоб не мешало. Трай на ПК, грузит 4 ядра под сотни. Ну так там графон просто вырви. Лаги. Да нет. Играть можно. Хм. Она запущена в разрешении 720, если что. Будут сильные лаги, там эффекты отключил. Есть подтормаживание, но в принципе... Терпимо. Но лучше я все-таки ковыряюсь в настройках. Да, были бы тут настройки графики, лол. А их тут вообще нет. Окей. Такая предсказательная машина, в которой сейчас играю. А, это же я. Ух ты, да нифига, нормально она работает. Я просто лупочу. Терпимо. Эффект слишком много. Телся на это, а еще чё? Я про лук уже видел, но вам-то надо показать. За господи, японский мультик, да, есть такая. Знаешь, мне первая вот такая вот ассоциация вот этой игры со стилистикой, это Dust. Кто играл Dust. Ну, там, конечно, более анимешная такая, анимешная диснеевская не стилистика. А здесь... Ну... В принципе, тоже, но немного другой все равно, ладно. Мы тащим ягоды. Хочешь ягоды, хочешь?
Не хочешь? На, ягод. Где обожрался-то? Вообще. Красивая такая игра. Блин, красиво, нереально. Только за это, брат, десятка. Трайн же краше. Трайн... Там стилистика другая. И... Может, он тоже красивый там, да? Но мне герои сами не нравятся, как нарисованы. Здесь все-таки стилистика другая, вот. Потому что там 3D все-таки. Тут 2D. Главное, чтобы не таких много не было таких вот локаций, которые у меня комп просто как косит. В прологе такая, закос под драму такой. Красиво, интересная, глубокая история, но мы ее не увидим. Здесь режиссировано вообще классно. На каких платформах? На ПК, Xbox One и 360, по-моему. Я не помню, 360 там вышло или нет. One точно с ПК. Да, 360 все-таки вышел, ага. Вот именно, что PlayStation обделили. Ой, сирота. Валент Херт, народ что-то не изъявил желание смотреть.
Да и у меня желания пока нет играть. Вот так вот как-то. Вот, а раз заказываем игры на марафончик. Марафон будет уже в следующую субботу. Осуществи все ваши желания. Помесь Лимбо и знаю чего. Я же смогу. А, у тебя есть 360, ты зайчик. Привет, Сапкер, да. Залезай. Милые животные. Ощущение, что у меня лагает. Я точно не могу сказать. А, нет. Ну это не все-таки никакой не Лимбо. Вот. По механике. Вообще по механике это Метроидвания Кослава, да? А по динамике это Рейман. Ну и лютый хардкор, конечно. Это только пролог. Я не играл, просто я читал очень много про нее. Ну, немного, но... Наблюдал, так скажем. У меня тинки ничего нет, и ладно. Все. Конец? Только начало. И уход с титра. Ори. Ну вот мы восстали. Что там? Что это? СП. Ох, мать твоя, вот это быстро. Ой, чуть такое было. Ну ладно, для уровня, так понимаю. Не успел он идти на свой... На свой это... Блин, трансляция упала. Или нет? А, сейчас посмотрим. Не, восстановилась. Ой, сори за такую беду. Такой PlayStation Studio Microsoft. А SP, я тебе напомню, Dust тот же вышел под крылом Microsoft Studio и вышел на PlayStation 4. Так что, не надо. Так, ускорок к жизни, да ладно. А что там за игра-то? Ой, а! Мама.
Про Battletoads, что ли? Там, или что-то там еще кинул. А не, Battletoads уже запой раньше, что-то я там. Духовная связь. Вау. Так легко сохранить игру. Она в любом месте сохраняется, по сути. Ой. Ой. Кыш. Ау. Жесточенно. Ау. Раз я с ней упал, она подлагивает. Ну сейчас все норм. Духовный свет. Светотень. Да, все разлагалось. Свет и глаза древа духов, когда нас сладко объять. Через влащине, осенние совы, я буду кости путь. Ури, ты слышишь? Они должны быть следовать за тобой. Ой. Вот, теперь у меня есть друг, который мне помогает. Ей! Икс вернется ко мне. Так она стала древо духов. Найдем его в роще за пещерой, впереди есть тропа. Чуть-чуть подлагивает, да, народ? Но, в принципе, играбельно. Пока. Найдите древо духов. Так, мы где-то тут. И нам тут-то. Давай попробуем. Эту штуку тоже можем бить. Получать таким образом опыт. Я считаю, это круто. Ау! Ау! Плохая фигня. А, сохраняться я опять же не могу в каждом месте, на любом. Я думал, это возможно везде. Да. Ау, нехило-то. А это что? Колодцы духов. Выйди по стране за памятные времена, снимешь с собой корня древа духов. Если станешь, попитайся силой этого света. А, то есть колодцы духов, народ, я так понимаю, как раз нужны для сохранения, и чтобы вот этот я мог активировать такой некий бонус в виде сохранения игры в любом месте. Один раз. Пока не дойду до нового колодца. Оригинально. А, мы выбрались отсюда. Oh.
получил очко умений. Так, давайте попробуем. Как мне очко это? Умение. Духовное пламя. Нет, я не это хочу. Как мне до эти очки умений потратить? Не пробил. Пока что. Ничего себе, тут какая хитрость. В РГГ нельзя самому убирать? Никоим образом. А, мне еще нужен ключ. Ух. Еще вот он. Ну а после этого надо сохраниться обязательно. Воу. Не, ну, Сабхерт, если... что такое РГГ? Сейчас объясню. Короче, играешь в рандомные игры, 8 платформ. Комп выбирает тебе игру. Проходишь дальше. А, этот. А не проходишь, возвращаешься на платформу ниже. Ячейка жизни. Ну, вот и все, что. Этот фигню мне не пройти. На СК 2 ТВ. На СК ТВ работает. А тут что-то нет. То есть. Стрим, что ли? Не знаю. Как-то вообще он может там не работать. Вдруг. Взять и заработать. То есть нам. Так, ладно, идем в пещеры какие-то. Тут духа. Игра, кстати, не очень дорогая, но в Steam всего 400 рублей, а в этом... Блин, надо еще ключи. А на Xbox она стоит рублей 600. К тому же игра-то суперская. Так, посмотрю, интересно. Ко мне. Несмотря на то, что она меня чуть-чуть лагает, я спокойно играю. Знаете, я не люблю развилки, потому что в одной из развилок идет правильный путь, а в другой нет. Если я выбираю сразу правильный путь, то я не вернусь туда. Ори, это каменная карта. Один из древних казателей, значит, стоять. Два кусочка. Один фрагмент каменной карты, можем его починить. Окей. Может, вот это фрагмент каменных карт. Это золотой какой-то. Монстры здесь возобновляются. Прям как в старых NES играх. Лол.
Сохранение. Думаю, здесь стелс сохранится, наверное. Да, очень даже. Дать духовную связь, нажмите кнопку B. Рядом с ней. А, вон тут. Во, древо умений. Так, давайте что-нибудь сделаем. Духовной связи. Духовное притяжение. Давайте. Быстрое пламя берем. Для женщин. Как-то так. Это такие. Через древо дух уже на всех нас дарит нам жизнь, питает наш рост. Радоваться себе. Много лет спустя, как расследовался и заубивал нас. Они говорят на каком-то языке, непонятном, недосягаемом для нас. Какое-то древо предков. Найди, почувствуй себе духа Фила. Почувствуй его дух. Я свой прыжок на стену. Вы с этими не используете джойстик. Знаю, как прыгать. Вау. Очень крутая вещь. Такое вот, знаете, прям намек на хардкор, то есть типа сохранение в определенных точках любых, на определенное количество раз, это какой-то вызов, что ли. Удобно иметь точку, которая у тебя уже есть, и она не поглощает у тебя никакие там энергии, то есть довольно здорово. Эй, куда? Блин, что делаешь? Было круто. Не, здоровская игра. Нравится. Нравится вообще. Чем я их пинаю? У меня дух рядом летает. Он как раз стреляет. А, это сила, блин. Я сохранился прямо вот здесь. Хорошо ли я сделал? Думаю, что да. Дух стреляет правым стиком или кнопкой? Кнопкой, кнопкой. Я нажимаю квадратик. В обучении же написано. Я нажимаю кнопку.
Притяжение очень крутая вещь, кстати. Твою же, а? Что ты делаешь? Ух, какая милая игра, блин. Здорово вообще. Это тебе не трайн. Скучная и нудная. Это игра, я понимаю. Но тут вообще надо много бегать по открытой местности, я так понимаю. Нехило. Спасает карта. Без карты здесь тяжело. Простите за лаги, комп не сильно, не шибко справляется с игрой, это что, не моя вина? Ну, вина моя, конечно, что я играю на таком железе, но... Другого железа нет? Йоу. Миленько. А думать тут надо? Ну, если в Метроиде надо, то здесь тоже. Это же Метроидвания. По сути своей. Здесь и думать надо немного, да. И... И реакция здесь нужна. Это лютый хардкор, понимаешь? Это пока разогрев. Вот, по крайней мере, я пока как слышал. Пока это разогрев, потом начнется лютый хардкор. Ну вот, собственно, спускают туда. Блин. Ау. Офигеть. Хардкорчик лютый. Начинается. Я еще управление такое отзывчивое, но так задумано. То есть... Оно как бы быстрое, но чуть-чуть... Ау. Все не нормально. Дырочки. Ну, к словам, три штуки там надо было думать. Ну, знаешь, здесь тоже, наверное. Я играю в нее только первый раз. Они не так, так сказать, интересны, потому что сбалансированы. Я не знаю ничего про эту игру, понимаешь, про Ориен. Я мало чего знаю, ну вот я сказал, что я знаю. Брата и энергии запечатаны духами прошлого. Они откроют путь, если ты собрали достаточно чек энергии. У меня только две, надо четыре. Пошли. Тут сохраняется жутчайший нот, конечно. Ау. Так, ко мне туда не надо. Здесь можно сохраниться, потому что я возьму вторую ячейку. Хитрый, да? Давай. Жесть. Понеслась. Жестокая жесть.
Акулы. Издевайтесь, что ли? Дети. Интересно. Ау. Мне! Не мецал. А, у меня даже жизни осталось. Он сохраняет еще количество жизней, то есть он не возвращает мне полный там. Так. Жизней. За камень, а? Мне кажется, я потом смогу с ними взаимодействовать. Мне ком прям пыхтит. Древо духа, должно быть, из последних сил тебя спасло. Дойди выслушай нашу историю. Это была наша церемония света. Наш свет был не на ненависти. Интересно, интересно. Назвал Кори. Давайте тебя не видно. О, господи. Сейчас приду.
Ой, какие горячие наушники, я их прям в вентилятор поставил, они у меня, блин, нагрелись. Майки. Могу сделать новый Battle Toad, сделал непонятно что. Я ж пукти-то морщите, что... Уборщица, лес никак не то, соблюдайте, чисто да. Так, ладно. Тихо, блядь. Что еще за хрень? Лол. Я не понял. Так, сейчас. Лел. Какой-то дикий лел. Блин. Жесть. Кура похитила сын. А, вот. Эту частичку. Я так понял. А, все древо духа коснулся. Доверен тебе нашу судьбу. Наш анимация, ты должен понять. Древо духа питало три элемента света. Весели поддерживает гармонию хранения нибель. Звучит как гибель. Ответ. Элемент вот мое решение. Древо гибзо. Элемент ветров. Глубине руин Форлорна. Элемент теплоты под магмой горы Хлоу. Теплоты. Слишком классически. Чтоб снять гибель. Его прежде величие нужно вновь рожащих свет, пока не поздно. И от них найдем на полученной бухте на дереве, где раньше текли воды. Ага, то есть водный. Окей. Анимашка супер. На землю, но не устойчиво. Нижний трясина, это верхний. Блин, жизни же нет. Лол. Жесть.
Что за фигня? Я не могу ее сломать. Давайте попробуем. Что-то еще прокачать? Так, восстановление, создание антенной ячейку жизни. О! Позволяет видеть на карте больше собираемых. Так. Есть мощность духовного пламени. Как игра? Приятного аппетита. А сет? Да не знаю, прикольным пока. Прикольненько пока. Я вот это возьму. Гришу часто умирать. Так скажем. Море блестящий лес. Здесь лес помилее, чем в Трайне, хотя здесь, по крайней мере, приятно очень играть мне. В сравнении с Трайном, где я влюблюсь вообще. Ну блин, это вообще несравнимая игра, это уж так и. Дерьмище. Ну вообще классная игра. Очень. Нравится. Я думаю, ее надо купить. У меня пока нет денег. Да ё-моё. Ты издеваешься, что ли? Я не понял. Ори, ты не надо так. Ау, колючка. Жесть. Вот да. Несравнимы, потому что они другие, разные игры. Я, конечно, честно ждал немного другого по роликам. По роликам я вообще ждал какое-то подобие Реймана. Ну а здесь им даже не пахнет. Как же эту фигню надо взломать или что-то с ним сделать? А, ну я тут могу, по сути, по-другому пройти, но мне кажется, здесь надо проходить. Я не могу этого сделать. Издевается. Хороший вопрос, куда мне вообще идти-то?
Платформер не похож на платформер. А Rayman... Нет, как раз я и говорю, что Rayman круто. Раз я и ждал чего-то типа Rayman'а. Вот. А это другое, это Metroidvania. Игра не... Ну... Я говорю, классная игра. Блин, здесь тоже такая кака. А, это дерево. Блин, я его сразу не увидел. Сухана, погибший был здесь. Был сирену сумел. Представь его голос. Он смог сосредоточить наш свет. Во. Усиленное пламя. Попробуем. Все задорно. Тут проблема в том, что я там прошел дальше, а тут теперь придется заново. Ну и не страшно. Пройдем заново, чё ж поделаешь-то. Ненавижу это место, буду проклинать его. Но мне кажется, я буду всю игру проклинать скоро. Чем мне еще здесь в этой игре не нравится, то что здесь все вот враги устанавливаем, ну это прям как в духе старых игр, знаете. Киликарусы всякие. Там бы это было все-таки... сделано из-за того, что не хватало просто памяти, а здесь это сделано с искусственно. Не, не говорю, что вот это плохо или чего, просто такой маленький аспект, что ли, геймплейный. Вот. Ех ты. Сейчас приду. Ну офигеть. Раз это залагал. Сейчас вроде дошла. Я вовремя паузу поставил или нет? И что ж ты. Что-то нестабильно вообще. Ладно, поехали.
Так этот ради духовную связь. Ё-моё, я этого и не знал. Жесть. Круто. Что за дерьмо? Battletoads это другое. Вообще другая игра. А! Ух, мама. Вы издеваетесь? Мать. Забываешь сохраняться и все. Опять отсюда проходить. Ё-ма, чё я наделал, а? Забываешь сохраняться? Все. Это капец, неудобно здесь сделано. Привыкнуть можно? Ё-моё, сколько тут проходить-то? Ладно. Ну ты издеваешься, ну. Жесть. Я ж, по-моему, там где-то сохранялся, да? Ну, блин, ну... Капец какой-то. Ей, сложно. Или я того про. Ах, сколько же я там прошел? Ладно. Ну, трансляцию скоро закончим. Ну. Не знаю, ну, посмотрим. Может вы смотрите, не желаете ничего? Может просто уже поздно, да. А, нет, все на месте, что-то я тут давал. Яху, кстати, Марио будем проходить обязательно, тоже Galaxy. Просто сейчас такие моменты релизов. Тих-тих-тих. Ну вот. Хотя, в принципе, это не так уж и много прошел. Блин, все потратил. Пустоту. Ладно, не важно. А, так, теперь давайте. Нет, не надо. Мощность духовного пламени. Не, ну я не знаю. Я вот это возьму.
У меня просто нету ячеек для них. Это равно придумано, а ячеек нету. Жизнь. Зачем я новый создал? Ладно. Ой, паутина какая-то липкая, неприятная. Липкая, неприятная паутина. Какой идиот специально делает? Ау! Черт! Жесть это! Жесть, а не игра. Теперь я понял, о каком лютом хардкоре тут речь, хотя пока далеко это еще не хардкор. Все-таки это меня уже начинает пугать. Ну он сразу моментально умирает при попадании в воду. Настолько... Настолько она сложная. Но она еще меня немножко подлагивает, как-то нехорошо. Мне страшно, надо помнить про сейвы. Это важный момент. Тут мне, конечно, не грозит умереть, просто... Много страшно. Ой, что это такое? Давайте сохранюсь. Ау! У меня нет фрагмента камеры, который... А, вот он. Блин, вот туда бы сходить как-нибудь, но это же невозможно. Я так понимаю, золотые фрагменты хотят прятаться именно там, где их сложнее будет достать. А то они золотые, а не серебряные.
В этом вся хитрость. Я чувствую, что надо сохраниться. А потом... А, так вот это сохранение, которое я создал. А, блин. Точно. Ел. Это было гениально. Твою мать! Это да. Я так понимаю, что весь игровой мир это одно сплошное. Одна сплошная игра. Вот это все, это одно сплошное. Здесь сплошной игровой мир. А мне надо попасть туда. Понимаете, сколько это? Сложно. Но это очень круто. Очень круто. Мир такой бесшовный, так. Очень здорово. И пока ты не пройдешь определенное место. Ну, то есть ты не пройдешь определенное место, пока не получишь определенные навыки. Чисто метроидвания. В плане концепции. Вот, я, кстати, играл в Outland. Outland, Outlander. Это такая прикольненькая игра. Тоже в таком прикольном стиле. Мне очень понравилось. Там тоже... очень понравилось. Лаги, лаги. Вот не везде игра справляется с комп, с игрой. Ау! Ты жесток. По приземистам, я так понимаю, это надо придется ходить часто. Может, я, конечно, не прав. Блин, вот бы не лагала эта локация. Я скажу. Жесть. Да, с этой локацией комп почему-то не хочет справляться. Точнее. Ау, да что ж ты? Чудак. Да. Ого, мы окунулись. А. Что обидно? Что... Ты пришел не туда, в принципе, куда тебе надо. Я понял. Иди туда. Ну да, да. Что я здесь забыл? Камушек. Чувствую, что этот камушек
здесь нужен. Нет. Прочувствую, это рад жизни. Да, вот на этой локации мне есть рядом проседает FPS. Гумон из руин Форлорна. Надо найти вот обрать то, что на кран. Ну вот. Ледяной жил древо Гинзовца, это сокрыто. Мы сделали здесь сейф. Боже, как здесь все страшно отравлено. Ау. Ё-моё. Здесь все отравлено. Жесть. И жизни, конечно, не было. Вес большой. Как спасть? Что я не узнаю. О, начни это лого, чувак. Тут уж мне знать, что там находится. Ссылочка на что опять? Ютуб. Я сейчас прям вот возьму ютуб и посмотрю. Там, по-моему... А, секунду. Не, не помогает.
И... МЧ не надо. Окей. Можно, оказывается, разламывать. Ну чё? Мега много беготни бестолковой. Может быть, пока. Может быть, да. Эффективность жизни. Ресурсы жизни исполняют 2 раза больше ячеек жизни. Синсином пламени. Берем. Что мне здесь надо делать? Как меня здесь требует? Два удара мне нет. Что надо сделать? Ну классно. Все ясно, что это надо сделать, но блин. Ё-моё. Ну, да блин. Первый раз тут прошел, а теперь...
9. Я не думал, что я здесь топ. О, тут колодец. Колодец жизни. Я офигею от масштабов карты. Что это? Круто. Ну, все это круто сделано. Вообще. Стрим так или иначе будет на следующей неделе, но... Так что... Но 250 подписчиков — это круто. Подписываемся, подписываемся. Ну, это бесплатный фол. Вот, так, что же мне сейчас делать? Сейчас... Где у меня... А... Так, завтра-то мы во что будем играть, народ? Завтра что у нас? Суббота, да? Суббота. Субботу. Давайте. Поиграем. Или в Ori, или в Mario Galaxy, или... Или в City Skylines. Но у меня City Skylines что-то не очень хорошо работает. Я попробую, конечно, все сделать, чтобы она работала получше. Ори еще куда-то, но... Ну, посмотрим, да? Вообще, что хотите, Марио или... Ори? Я за Марио... Я, наверное, Марио поиграю. И, наверное, буду чередовать так. Марио, Ори, Марио, Ори. Чтобы и Ори не обижался, и Марио тоже. Брафорс Трайн 2. Ну, Трайн 1 у меня есть только на ПК. Ну, он есть у меня, теоретически могу поиграть. Вот, Rogue Legacy я прошел. Вот. Broforce будет на марафоне. LBP3 будет на марафоне. Вот. Здесь я уже хочу взять перерывчик. Чаёк поставить там.